Всем привет, ребят! Ну что, давненько я не делал уже в Brawl Stars конкурсы и решил сделать конкурс на недостающего героя. Это может быть у вас Лего, это может быть любой боец, который у вас есть в магазине. В принципе, как и у меня на основном аккаунте, у меня все есть герои. Когда выходит обновление, даже следующее обновление, сразу появляется новый боец. Соответственно, те, у кого есть все, тоже могут участвовать. В общем, все очень просто. Подписка на канал, лайк под видосом, репостик видоса в социальную сеть, там ВК, кто где сидит, я не знаю. И, в принципе, все. И напишите свой айдишку, свою, ну, пример комментария я оставлю. То есть у вас комментарий должен быть, как с вами связаться. То есть там или социальная сеть, куда вы делали репост, либо отдельная связь. То есть напишите, как с вами связаться, куда делали репост. Напишите свой Supercell ID, ну не ID, а вот именно номерок, который вот у меня, допустим, вот такой вот здесь. В принципе, все. Это для того, чтобы многие хитрожопые не могли там с твинков начать писать и прочее. Ну, вы можете, конечно, с твинков разные создавать, но я имею в виду, чтобы один и тот же аккаунт 10 раз не появлялся. Спам сразу будет блокироваться, поэтому, ну, в принципе, кто у меня на канале, все давным-давно знают, как это делается по битве замков. Если нет, заходите в плейлист конкурса, там все есть. В общем, это все, что вам надо было, надо сделать, то есть все просто изично. Такс. Поехали, откроем. Решил сегодня пооткрывать боксы, посмотреть, может что-то недостающее упадет. Пиздец. Пиздец, Леон. Ребята, ну просто изи. Вот видите, шанс просто максимальный. Просто бомбически. Ну вот так вот у меня на твинке появился Леон. Жесть. Поехали, еще мега ящик такой откроем. Супер твин, короче. С первыми силами. Да ладно. Блин, дали бы еще одного, я бы охренел просто. Но вот таким вот образом у меня, ребят, появился на аккаунте бездонатном дополнительно еще один боец. Давненько я уже сюда не забегал. Дофига не хватает здесь. Это, конечно, не основной аккаунт. Сегодня, кстати, сейчас пойдем на основной аккаунт. Я там тоже вытащил пару гаджетов новых. Блин, мелкий, конечно. Первая сила. Понятно все. Ну, на первых левелах, как обычно, творится трэш дичайший. Ну, то ж помоги, чё ж ты убегаешь? Понятно, они не знают, что такое поезд. Не убивай меня, спасибо. Ты настоящий друг. Тут можно хоть пофаниться, побегать, посливаться. Блять, это пиздец. Так и знал, что сейчас под ульту попаду. Блять, все не подняли. Я не знаю, это скорее всего боты тут. Я, в принципе, первые силы, вряд ли кто-то нормально еще шарит в игру играть. Так, Шелли на ульте.
Так, давайте только без приколов. Блять, что это за хрень творится? А, под пояс попал опять. В общем, поехали на основу, посмотрим, что там делается. Так, ну блин, жестко, жестко, жестко просто. Еще жетонов куча. Надо активно начать фармить твинг. Эпик бокса. Так, поехали на основу, посмотрим, что там интересного у нас есть. То есть вы, думаю, многие поняли, потому что, как обычно, многие и не поняли, что надо сделать. Просто подписка на канал, колокольчик, как обычно, все дела, все как показано на превьюшке. Так, на кого там у меня сегодня выпали? У меня сегодня плюс 2. Так, сочные стейки и супер тотем на була. Була, кстати, я уже пробовал. Сейчас попробуем еще. Посмотрим. Написали правильный коммент и все. И в конце, не в конце, ну да, в принципе, в конце недели, в конце месяца. Я думаю, типа еженедельные. Посмотрим, как оно будет. Будем с вами трэшевать. Падла, ты посмотри на него. Мой тотем свалил, блин. Козлина. Как ты мог? Конечно, сегодня трэш, я не знаю. Сегодня просто писец какой-то творится. А я вышел. Ну тут вообще тиммейты, конечно, офигенные типы. Как обычно, рандомщики, я не знаю, что делай, не делай, играй, не играй. Ни хрена толком. Короче, писец. Что я тут один сделаю, блядь? Нифига. В общем, ладно. Как всегда, шанс слива. Не знаю, максимальный. Ну, надо будет докачать. Я вчера целую ночь задротил, бегал в Бравл Боли. Часов, наверное, 5 угорал. Многих топов повстречал. Пофанился. В итоге под утро просто тупо слил. И знаете, такое ощущение, что 600-700 реально просто лучше вообще не бегать. После 800 хорошие тиммейты попадаются. И все намного веселей. Дохни, падла. Не хотят они дохнуть. Классная тема. Спасайся, бро. Просто тупо накидывают, ни хрена сделать нельзя. Дождался, блядь, поезда.
Да ну, бро, куда ты бежишь? Пиздец. Одним словом. Это торбочка. Ну, сейчас вообще бессмысленно. Просто тупо бессмысленно бегать. Чисто посливать кубки. Единственный вариант. В общем, в принципе, все. Пишите комменты, делайте условия. И там, не знаю, 30 или какого числа разыграю недостающую Олегу, ну, возможно, вам точно так же попадет еще с бокса, что-то выпадет. В общем, всем удачи, всем пока.